Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. О, граде всем, всяком граде, стране, и первых живущих ним, Господу помолимся. И всех святых помилует Спаситель. Христос, Твой допоминет Господь. Христос, Твой допоминет Господь. Царствие Своим всегда. Без болезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа, на страшном судище Христове просим. Боже, верую, воединого Бога, Спасителя. Разгадывайся, не преподнись, не бывайте страдавших победно, и воскрешите тебя Писание, учащие небеса и себя чудесную Отца. Венцем девственным мученицем украшенная, молим Тебя, святая мученица, будь нас печальниц ко Христу Богу, Его же приближай преблаженнейшим зрением приста веселящийся. Дорогие отцы, братья и сестры, с престольным праздником святой великомученицы Параскевы. Радуется сердце, что ваш храм, благодаря усердию настоятеля и многих тех, кто помогает добродетелями своими, своими жертвами, восстановлению, благоукрашению храма. Россия выросла на вере православной, возвеличилась и стала великой страной. Россия православная дала нам Александра Невского, Дмитрия Донского, преподобного Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, великих Андрея Рублева, Васнецова, Айвазовского, да многих других, Иванова, «Явление Христа народу», там целая книга в одной картине, да? А наши великие писатели, да как же мы поймем Достоевского и даже Гоголя, если мы не знаем веры? Ведь все произведения их
на основании нашего православного миросознания. Поэтому мы должны беречь нашу веру. Еще раз поздравляю с престольным праздником настоятеля Крил, всех труждающихся, всех, кто помогал и помогает. Не оставляйте храм, пусть он будет вашим домом.